the document. Просто нельзя там, сесть и посидеть, посмотреть. Почему? Надо рассматривать на все деньги. Джон. Действительно идти. Слободно фактор к сынке бини. В чем проблема? Фрат ли брасл вада к сынке бини? Купил брасл. Мама брасл вада, сынке бини. Лафат слободно, ну секунду. А, да, куман, ну пат слободно, да? Вы были у пульса. Который сам гребен. Ну, пойду мне в автор, ладушка, который сам дрессирует. Ну, давай. Что мне сам кисок? Все решили сам кисок пронусарис на кинце. Почему вы знали? Чего боитесь? От него зависит. От него зависит, да? От него, может быть, да. Зайдите сюда, слушайте. Так я не имею права на него. Да не направишь. Что он сказал, что он превентивный альтернатив, а я все потом чистил. На момент, когда он ели, даже на момент, когда он начал вакцинцы, все вылечили с какой-то старей части. Остаться теперь. Вот президент Сурок. Сурок Артур, впрочем. Персиму. А почему оглашение приговора было закрыто? Нет, не приговор. Ну а что это вообще? Ну решение суда, почему? Нет, сейчас почему оно было закрыто? Это не является нарушением? Нет. Ну как нет? Вы же знаете, как прокурорша является. Вам не стыдно, как бы, чтобы так? Судья, вам пресса хочет с вами пообщаться. Решение. Судья, судья, с вами хочет пресса пообщаться. С вами там как обращаются в тюрьме? Вот эти сокамерники. Вы знаете, идеально. Я вам честно скажу, я очень благодарен всей администрации, полиции, всем ко мне относятся очень по-человечески. Хорошо. Я всем благодарен, честно, потому что и поддержали меня, и с такой солидарности я не ожидал. Просто, как бывает в большинстве случаев, просто человека избили, и там получается, что вы случайно умерли. Нет, случайно. Вы знаете, вы знаете, я вам честно скажу, я очень ощутил на себе сильную поддержку. Даже те люди в погонах, в глазах, они меня поддерживают. Хорошо, поэтому всем хорошо. Спасибо. Спасибо тоже полицейским от нас, от всех, от общества. А скажите, вы что думаете, что сейчас, какое решение было сейчас? Решение было под домашний арест. Через 3 дня у меня заканчивается. А сейчас вы идете домой? Нет, 10 числа, через 3 дня. Будет домашний арест, да? Да, уже приняли решение. То есть, но я должен еще 3 дня отсидеть. Вы довольны? Ну, очень довольны. Дальше. Не, очень довольны или как? Или не очень? Я буду доволен тогда, когда я докажу всем, всей стране, что я был прав. Честь. Так мы тоже хотим знать вы правду. Знаете, мы не знаем, кто прав, кто на вас. Мы хотим знать правду, чтобы мы видели один раз, что уже меня, есть транспарентно в этой республике. Для меня чувство чести – это важнее всего на свете. И я за свою честь докажу при любых обстоятельствах. Если просто общество узнает, что тоже опять фабриковано дело, поверьте мне, что все будут наказаны и расстреляют виноваты, как Чаушев. Вы знаете, как Чаушев произошло? Да, самое главное, что поняли, что речь не идет обо мне, речь идет о всей стране. Я знаю, мы знаем и будем... Это политический безоказ или нет? Виноваты будут расстреляны, как Чаушев. Вот так за домом просто отведут люди и расстреляют. Что значит? Держитесь. Да нет, я больше за судью, который нарушает процедуру. Нет, просто он должен был как эти 2 слова журналистам и все. Не будем драться. Нужно, все, не надо. Мы с вами, чтобы вы знали, что мы будем бороться и хотим узнать правду. Мы не знаем, кто виноват, но хотим знать правду и все. Чтобы это было честно. Где-то судья. Зачем?
Нет, я хочу, чтобы он вышел к прессе. Надо, чтобы кто-то снимал? Нет, думаю, что пресса. Înțeles, dar acest pașaport diplomatic pe care îl deține domnul Gheleș îi oferă posibilitatea de a avea imunitate și pe pașaportul Moldova? Deci îi oferă această posibilitate după ce va fi acreditat la Ministerul de Externe, dar până când el nu are această posibilitate, trebuie să se află în detenție și nu poate să se prezinte la Minister să depună cerere și să fie examinată această cerere. Dar până acum, mă rog, am înțeles că nu avea la mână acest pașaport, adică dar se nu, pe data 31 a fost trimis și primit recent. Și adică nu se cunoștea că dumnealui este persoană... Nu, el a dus la cunoștință și organelor de urmărire penală și la judecătorul de instrucție că el este numit la 21 septembrie, dar încă nu are pașaport și a primit înștiințare că acest pașaport este trimis al diplomatică. Poștă. 21 septembrie în apel? Da, 21 septembrie în apel. O întrebare, sunt probe audio, video, documentale, documentale și mărturii. Ce probe au documentale și mărturii a martorilor? O sunt video, audio? Video, audio nu e nimic absolut. Numai documentale. Fiindcă nu am umblat prin Rusia. Am înțeles, numai documentale și au apărut niște martori așa. Sunt martori care spun că cei ce au scris, eu am... Am înțeles. Nu am fost de acord, fiindcă sunt niște martori care... Sunt de origine rom, nu cunosc nici grafie și le-au scris în grafie adică noastră și ei au scris cu cea chirilic, el a citit ceea ce e scris acolo. Dar să vedeți ce e scris acolo și cum putea el să citească dacă el nu putea, poate nici să scrie cu grafie. Vreau să vă întreb, acum domnul Gheleș mai stă 3 zile în... Deci este închierea luată anterior, unde el a fost arestat pe un termen de 30 de zile. Începând de 11 octombrie, și a avut 31 de zile octombrie, deci până la 10 noiembrie. La 10 noiembrie 245 expiră acest termen. Și arestat domiciliu cât timp de arestat? Și arestat domiciliu tot pe 30 de zile. Dar cum îți corect traduce când justiția casește durca? Cum zici pe omul ăștia? Dar noi doar vedeți că la noi procurorii, la polițiștii astea, vă facă dumneavoastră foarte mult de lucru la avocați, în primul rând. Și sunt cazuri când deja omul ca să nu spune prezidentul de studiare în banii la următorul ca să trebuie. Решение суда. Вот такое заседание. Присматривать, что могут там присутствовать? Нет, хотя бы на решение. То есть на решение. Нет, нет, да? Все закрыто. Хорошо. А я можно журналист, когда выходит? Ну, сказать, все хорошо или все плохо, и все. Может, может. Если по-человечески. Ну и не может. Может и не делать. Но не обязан. Но в других странах, то есть люди как бы общительны. Для таких процессов, да. Вы знаете, сейчас...